Вот большая вода подступает уже к приграничному с Россией селу Жарсуат, это на западе нашей республики. Там уровень воды в реке Жайык превысил 10 метров, при опасной отметке 945. Подступившую воду удерживают земляной насыпью. Всего в Бурлинском районе под угрозой подтопления 9 населенных пунктов, расположенных на берегу реки. Чтобы защитить села, возведено 9,5 километров дамб. В противопаводковых работах задействованы спасатели и военнослужащие из Мангыстауской и Кызылординской областей. По последним данным специалистов Казгидромет, пик паводка в этом регионе ожидают 21-22 апреля. В населенных пунктах, расположенных на берегу Жайык, работы по возведению защитных дамб будут продолжены. Таких сел в регионе 84. Местные жители эвакуированы в пункты временного размещения. Больше половины людей разместились у родственников. В основном это женщины, дети и пенсионеры. Скот отогнали в безопасное место. Под контролем и стратегические объекты.